Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 40 500 рублей – средняя зарплата в Кировской области в 2022 году. Кировстат посчитал средний уровень зарплат в регионе. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 40 500 рублей, после вычета подоходного налога – 35 200. В сравнении с 2021 годом зарплата жителей области в номинальном исчислении выросла на 12%. А в реальном, то есть с учетом инфляции, снизилась почти на 2,5%. Самые высокие зарплаты традиционно в финансовой и страховой отраслях. На 50% выше, чем в среднем по региону. Самые низкие зарплаты в общепите и в гостиничном бизнесе. Экономика. Директор Центра поддержки экспорта Кировской области покинула пост. Об уходе Марии Зеленцовой сообщил исполняющий обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Дмитрий Глушков. По его словам, Зеленцова внесла большой вклад в развитие и укрепление экспортного потенциала Кировской области. Вместе с командой помогла многим предпринимателям выйти на новые рынки сбыта, найти новых партнеров, наладить сотрудничество с разными компаниями и странами. Напомню, что руководителем центра Мария Зеленцова работала с 2019 года. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Бизнес становится все прозрачнее для налоговых органов. Несколько лет назад с ними приходилось объясняться, когда в делах были явные нарушения. Сейчас вопросы от налоговой можно получить в любой момент, предупреждает руководитель компании «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. У налоговой сейчас есть доступ к информации из абсолютно разных источников. Это и расчетные счета в банке, и данные онлайн-касс. Ваша задача – подготовить отчетность так, чтобы в ней все прослеживалось и было доказуемо, чтобы цифры соответствовали действительности, и вы по каждой могли при необходимости предоставить в налоговую пояснение. Вашу отчетность можно предварительно отдать на проверку опытному бухгалтеру со стороны. Профессионалы «Бухгалтер Я» укажут на места, которые могут вызвать вопросы, и дадут рекомендации, как исправить. 213-112 – телефон для ваших вопросов и записи на консультацию. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».